Окружные власти заинтересованы в развитии сферы здравоохранения и привлечении специалистов. Уже 2 года в Химках реализуют программу компенсации жилья медикам. Ирина Ченская – одна из тех, кому помогли. В профессии давно, более 30 лет, а в Химках всего 4 года. Для меня актуальна проблема именно жилья, поэтому компенсация была, в общем-то, уместна, потому что приезжие, как и 80%, наверное, всех медиков, которые работают у нас здесь. Благодаря этой программе условия жизни Ирина смогла значительно улучшить. Более того, сейчас она помогает сыну-студенту. Сумма возмещения с учетом стоимости аренды жилья в Химках весьма существенная – 15 тысяч рублей. Предоставляется работникам Химкинской ЦКБ, Левобережной поликлиники и подстанции скорой помощи. В первом полугодии 2019-го помощь властей получает больше полусотни человек.